А то это с этим Крымом, я тебе скажу, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Как раз сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. Я говорю ему, а как мы сейчас будем... Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому подонку в лоб. Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я выступал у свободе слова. Я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Послушай, она тоже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я скажу тебе... Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы. Хер бы они у меня Крым получили. Ну, ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было. Но что-то они только, знаешь, причем, что самое обидное. Я бы нашла, как замочить этих мужиков. И я надеюсь, что я включу все свои связи. И я подниму весь мир, как только смогу. Для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Ну, я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что, это утром было совещание глав фракции, и потом я с Виктором говорю, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же изгои. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Смотри, ну это я с тобой как бы не могу спорить. Потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом, международном... Мы идем в ГАЗ. Мы идем в ГАЗ, международный.